Нынешний год принес немало разочарований и бед простым украинским семьям. Невиданный рост цен, безумные тарифы, смерть на войне. А что нам принесет год следующий? Ведь всегда в последних числах декабря мы особенно надеемся на добрые приметы. Что думают об этом наши земляки? Хотелось бы нового, чтобы было мир был, это в первую очередь. И чтобы люди не болели, чтобы повысили зарплаты, пенсии, чтобы все было хорошо. И стабильности, радости, и благополучия. Много от нас зависит. Мы всегда надеемся, что будет лучше, но на самом деле как карта ляжет, да? Поэтому нам бы не забрали то, что у нас есть, уже будет хорошо. Чтобы войны не было, девочки, самое главное. Ну, стабильность и мира, самое главное. Мы уже жизнь прожили. Нам хотелось, чтобы были изменения для вас. Видеть своих счастливых детей. Это самое главное. Видеть своих счастливых близких. Мне бы хотелось, чтобы в Новый год видеть счастливые лица, чтобы этого заряда новогоднего хватило бы, ну, хотя бы до 8 марта. Прежде всего, чтобы поменялись люди. Если они будут меняться, то будет расти благосостояние всех людей. И не надо перекладывать свои какие-то обязанности на правительство, там, на тех, кто в Раде сидит. Прежде всего, начать с себя. Успехов всем, побед и процветания!